Стоп, стоп! Досмотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Чили-чили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то смотрит за окно и стучится в двери. Детей к груди прижимайте. Прошел император Эмбур. Осадил каждую крепость. Пиздец, знаешь. Отсюда до синих гор рвет и кусает нас, как бешеный пес. Люди севера! Так, ладно, пустите меня в игру. Так, все, поехали. А чё касаны такие тихие? А чё мне игра лагает? Запредельные было зря ставить? Ой! Нормально без обучения будет меня в чате обучать. Вам же не западло, ребят? Супчик. Беги, чел. Что ты смотришь? Да это от Disney мультфильм. Начало в 23:00. Обзор фильма. Ни хрена она прикольчики делает. Я бы ее в X-Men взял. Такие скиллы бы там пригодились. Не, ну конечно, бомбит она знатно. Хорош. Женщина просто камень. Я бы даже сказал, оползень. О, коняха. О, вороха. Они друзьяшки. Воруха был не настоящий. Ни хрена графон. Не зря поставил все на максимальное. Главное, чтобы компьютер не сдох по ходу прохождения. Я уже просто чувствую, как у меня ПК подлагивает. Не справляется. Спит, гад. Ну давай, загружайся, сука. У меня Samsung 990 Pro. Оу. Оо! Дядя! Это что за... Оу! Ой-ой. А он что, будет делать ему кайф? Ну да, мужик. Простатка. Слушай, это совсем не смешно. Фу.
Вау! Я не хотела тебя веселить. Только разбудить. Уже полдень. Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней. Иди, а то весь мир замучает ее своими гравюрами. Малая, сейчас бы я с тобой позанимался. Ни хрена у него тело. Ага, пока. Да сколько он в зал ходит? Бля, вот это прессак. Ну жопа тоже ничего. Но прессак это просто нечто. Так, мне эта игра нравится все больше и больше. Все. Минус реп игре. Так, ладно. Ой, смотри, даже не лагает. Вот они, да. Чебоксары. Отличный у нас все-таки перевал. Легкий вид. Охренеть. Вас лагает, ребят? Бля, вот это графон. Блять, вот это графон. Так, ведьматия. Вот, тут ведьматия тютю, надо достать вот отсюда ключ. Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Зрение руса, ребят. Работаем. Загасить. А вот так можете, сука, алло! На нахуй! Вашей смути так нельзя, ребят. Опа! Замок открыт. Пойдем. Ля-ля. Бля, какой графон! Какого года игра вообще? Я просто все фишки подрубил, и такая имба. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. Не, так аж для 15... для 24-го года выглядит пиздец как бодро. Со всякими вот этими RTX-ами включенными и так далее. Особенно вот этот кадр, допустим. Или вот этот. Вот этот вообще кадр как будто реализм. Разумеется, она предпочитает теорию и практику. Что? Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гули и Альгули. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна из Бруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это тебе не нынешние глупости. Что, опять на маятнике? А я сколько раз ей говорил. Не тренируйся одна, только ошибки закрепишь. Отведи нашу барышню на нижний двор. Если хочет позаниматься, милости просим. Так, не злись на нее. Ну, надо вообще, ну, типа, вести себя к душнилу, да ныть на женщину свою. Хотя давай защитим ее. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ну ладно, и я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. Чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Ура! Мы идем вниз. Сейчас будем драться. Крена она херачит? Еще прыгает по этим столбам. Нет.
Понятно, почему ты так сюда рвалась. Бей. Не, ну конечно. Ой, смотри, как. Не, слушай, она двигается неплохо. Ты не в цирке. Пируэт. Нет, ноги. Или плохо двигается, понять могу. Ну я даже так не смогу, если вам интересно. Хватит, слезай. Двигается она. Как иначе? Не, сальтуха тоже не сделаю. Можешь снять повязку. Бля, капец, она похожа есть на еще хоббита какого-то. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся Весемира больше любой стрыги. Пренебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну! Эта книжка была страшно скучная. Это самая маленькая. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости, я все поняла. Больше не повторится. Хорошо, если так. Я поверю очень ей. Очень надеюсь. Прости. Весемир сказал, что ты еще раз так сделаешь, он заставит тебя съесть миску слизней. С солью. Фу! Вот-вот. Так что веди себя хорошо. Пойдем позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Так. Давай! Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Давайте пройдем обучение хоть немножко, чтобы мне выкупать за управление. Внизу первое. Так. Только если свалишься. Так. Чё, поднимайся. Я же за ней должен идти, да? Так, давай. Паркур. Ха! Ха-ха! Малая, блядь! Что я говорил о дыхании? Тихо, куда бежать? Шагов. Главное ее обогнать! Ни единого шанса у тебя не будет, дура! Цири. Не кривляйся. Какая ты... Так. Сюда. Эй, хорошо? Так. Блять! Сука! Куда? Что тебе нельзя так делать. Так. Хорошо. Почти выиграл. Так. Сюда. Похуй на ноги. Сломал и ладно. Главное победить. Изи! Выебал ребенка. Ну, в плане соревнования. Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата, дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, якоже у пантеры тигриной, в зерекании живущей и телом нездраво бледной. Это айгуль сложная. Айгуль это та, которая ебет со всеми подряд, да? Но ты я знаю таких. Должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Так. Почему ты сразу не сказала? Что ж ты сразу не сказала, что сделала задание? Не используй преимущество при первой возможности, но только тогда, когда это даст наибольший эффект. Капец, она умная! Так дедушка Весемир говорил. Ты способная ученица. Не слишком послушная, зато способна. Хорошо, поняла. Будешь тем самым. Ладно, хватит болтать. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно. Опять? Очень приятно. Не привередничай, берись за меч. Ой, сейчас буду против нее херачиться, и хана. У нее нет ни единого шанса против меня, я вам говорю. Повторим основы или сразу спарринг? Все, ей хана. Сразу спарринг, давайте. Против этого ребенка. Начать обучение в бою. Погнали! Начнем сначала. Даже мастерам стоит иногда вспоминать основы. А, не, подожди. А Цири новичком-то назвать сложно. Ай-яй-яй, я что, тренироваться, что ли, буду? Ладно, пофигу. Ладно, давай сначала научу, как против меня драться, а потом я ее отхерачу. Доставай меч, Геральт! Сейчас, как?
Ну, я нажимаю достать меч. На! На, блядь. И как бить? Отметь Весемира как цель. Кью? И как тебя... Все, я сделал? Как мне нажать на него отметку? Я понять не могу, ребят. Че вы Z пишете? Ладно, ладно, троллинг затянулся. Еще можно сдаться. Сильнее, чтобы удар в костях чувствовался. Эй, барышня, локоть при ударе не выпрямляй. Я барышня? Провести серию мощных атак. На. На! 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 Давай. Про ноги не забывай. Давай, блядь. Опа, опа. Порхаю, как бабочка. Жалю, как пчела, сука. Давай, давай, давай. Сделай кувырок. А как? Нехорошо. Подожди. Сегодня как муха. А как кувырок? Еще раз. Подожди, а как кувырок? Уклониться — это альт. Будет быстро и больно. Пробел? А, пробел. Давай, давай, нападай на меня, дурак. Еще раз. На-на. Давай. Удари меня, Весемир. На! Давай еще раз. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Сюда. Бей, 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 бей меня. Бей, бей, бей. Халява. Репост. Удар. Отвечай. Ну, давай. Ну, нападай. А, нажимай блок при его ударе. Вот, все, понял, спасибо. Вот это реально хороший комментарий. Дайте этому человеку випку. И пиво. Ударь меня. Ну давай. Лошок. Наложить знак. Наложил знак. На. Держи Квена. Держи Квена. Держи Квена. На, Квен. На, Квена. Что не выделывайся, как я тебе дал Квена. Это арт. А как поменять знак? Q, Z, V, Tab. А вот, поразобрался. Держи Квена. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. Теперь держи Игни. Почему? Квен иногда называют ведьмачьим щитом. И короче, я разобрался, почему? Как это работает. А что мне с ним делать теперь? Выебать просто? Держи Квена. Квен иногда называют ведьмачьим. Наложи Игни, Геральт. И чтобы искры летели. Так, Игни. Держи Игни. Видишь, если бы не Квен, я бы оказался в огне. Аргерай, давай! Блять, это все запоминать, это вообще шок. Не стой! Умри. Пизда тебе. Творишь? Я гений. Держи, а теперь смотри. И резко арт. На нахуй! Арт собьет с ног любого. Нарушит ритм, отбросит ненужную вид. Так падай. Приводим к Аксию. Сучья кровь, как я его не люблю. От Аксия все в голове. Теперь Ирден. Помнишь его? Видишь Цири? Так я и шевельнуться не смогу. И дай бомбу. Не бойся, Цири, Квен выдержит. А бомбу? Ну ладно, держи. На. О, все. Не понимаю, кстати, почему половина кнопок написано, какие нажимать, половина нет. Супер странно. Ладно. Благодаря чату разобрался. Бросить бомбу в чучело. Какую бомбу? Хватит с тебя. Вот эти типа? Лови. Блядь. Да блядь! Изи. Достаточно. Теперь. Не хочу я тебя бить. Пошел нахуй. Стоп, стоп, стоп. Я делаю Квена. На, 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 на. Ах ты, сука. На, нахуй. Никак вы, блядь, не научитесь. Никак вы, блядь, не научитесь. На, на. Ты, сука, как он ебашит, блядь. Тихо. Проще будь, сука! Квен! Кто следующий? Аксий!
На, сука! На, получай! Это как он делает это, блядь? Ёбаный в рот! Я делаю Квена, короче. Короче, я придумал. На нахуй. На нахуй. И сейчас... На! Да почему я его убить не могу, блядь? Ну давай. Его отпиздил, мне еще похуй. Не таких пиздил. Я какой-то урон не наношу. Я не буду убирать меч, блядь. Это делают только слабые. Его отпизжу. На, сука. Ирден! О, нет. Харт! Ладно, я сдаюсь. Ух ты! Да ты просто зверь! Цири, давай слезай. Она еще ёбнется. Ах, вот же дьяволёнок. Как вернется, дьяволёнок. Ее полировать все мечи Каэр Морхена. Все мечи. Ты нашла шлем? Неплохо звучит. Цири. Будешь чистить все мечи до последнего. Привет, сладкий. Ну что так смотришь? Что за... А в чем рофл? О, ребята, летучий голландец. Дэвид Джонс. Я ждал этого, белый волк. А это не Дэвид Джонс. Опа, это флешбэк их бык. Флешбэк, нормально. А это просто сон. Май 72-го года. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Мне снился Каэр Морхен. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом мы тренировались с Цири. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. А я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. Пора ехать. Погнали. Сейчас рассветет. Пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Какая картинка прикольная.
Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Ага. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Рейд от деда-деда? А, спасибо большое за рейд, дед-дед. Спасибо большое. Больше делать спасибо, нечего. Спасибо. У меня просто погружение тут еще произошло, поспит. Понимаешь? Единорог спасибо большое за рейд. По-прежнему у меня. Это она о чем? Так. Я буду с ним открыт. Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. Дилда-дед? Нет, это деда-дед. Он не дилда-дед. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. Первый раз играешь? Ну не первый, но в прошлый раз я не сказать, чтобы я далеко ушел, поэтому считай все в новиночку. Да не дилда-дед. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Так, сейчас буду пизды давать псам. А, это Голи? Ебучий Dead Inside, нахуй. Иди сюда. На, блядь! Ну давай, собака, нажми рейдж. Подожди, я могу их просто сжечь? Подожди, секунду. Тап. Игни. Игни. Не, не получается. Да сука, а чё? Слабость. Легко. Блядь! Нет, это не минимальное, это предминимальное. Я поставил просто сюжеты драки. Нахуй мне ссать хуй, блядь. Я хочу сюжетом насладиться игрой. Идем, пока новые не набежали. Волк. Как мне на лошадку сесть? Здорово, плотва. Я рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. А как он так руку выворачивает? Можно варить эликсиры. Как он это делает? Потому что они, поедая гниющие тела, это вообще реально? Предотвращают эпидемии. А он знал, мешочек подбери. А что за мешочек? Тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Какой мешочек? Вот это типа? Вернись. Кровь гуля, зачем мне это? Зажми ведьмачье чутье. Опа! Кто там? Какие-то мрази. А что это такое? Это ягоды, да, надо собирать? Забрал. Соберу все ягоды. Так, чтобы не было пожаров. Это очень важно. Ну я вроде все забрал. Шевелись. Ладно. Шевелись, плотва. Погнали. Без о, просмотра через Twitch выглядит все очень круто. Кто тут наши? Королевство Север. Теперь скорее королевство. Кого-то повесили. Ведь это вот эти, блядь, долбоебы, которые про Гитлера нет. Шутили. Давид говорит, что запоминайте, что с вами войну, будет. Вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. А то жить не хочется. Дважды Shift нажми. Вау! Имба. Идем. На помощь! Помогите! Че, разбойники или кто? Сейчас разберусь в любом случае. Подъехала подмога. Ой, это что такое вообще? Это оборотень? Мантикора? Что это? Грифон. Кто это? Ну ладно, в любом случае мы пизда. Блядь, что? О боги. Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Кончил? Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помочь. Я случайно скипнул. Едят живьем по кусочку. А я думаю, это Quick Time Event, поняли? Вам надо я потом пробел сразу нажал. Полагается. Так, пара крон. Давай бабло. Пара крон всегда пригодится. Да, деньги, да. Что-то у меня прохудилось.
Сперва нильфгаардцы товар реквизировали. Ну так... А теперь вот это. Ну так дай денег какие-нибудь, я не знаю. Возьмите. Ура, он дал деньги. Как там след? Так я ему жизнь как спас. Я говорил. 50 крон стоит до того. Большака, я считаю. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. 50 крон, это дохуя, а тогда отлично. Часто там останавливаются. Теперь это мои деньги. Так может, чего и узнаете? Сука, у человека, блядь, прическа грибком. Нафиг вообще ему деньги нужны, они уже никак ему не помогут. Там? Он меня едва царапнул, но... Реально чекопай. Я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем. Погнали. Так. Сесть на плотва. Но! Но! Побежали, дружище! Значит, грифон так близко к деревне. Странно. Вот и мне так кажется. Я... вайп. В горах, да, но здесь, у Большака. Может, это из-за войны? Повсюду трупы, запахи. Спасибо большое! Иногда спасибо большое, очень приятно. С ума. Людей тоже. Белым сад. Ох. Ребенка сбил? Да, я знаю, я специально. А нёху ходить, блядь, по дороге, когда я бегу. Сам виноват. Это мне пиво несут? Чё за алкашня? Что? Сними это, пока не потно. Это, между прочим, герб. Темерские лилии. Пускай висят. У нас уже не Темерии, дед, а Нильфгаард. Да не в жизнь. Да. Вот так вот происходит. Иногда. Ну я говорю, дайте мне читмакс. Или читмаки? И я просто, блядь, эту Темерию верну. Гарантирую, ребят. Я с выродками не пью. Это я выродок? Может быть, ты выродок, а, сын шлюхи? Я ему ебало покромсаю сейчас своим прошу мечом. Прошу прощения за этих пинчук. Да ничего, мы привыкли. Люди здесь нервные. Мало того, что войска только прошли. Да все, он зря. Шныряет. Ему хана, его убью. Да уж, мы с ним уже успели познакомиться. Я ему прищепку в жопу засуну сейчас. Вредная? Это мало сказать. Бедную Лину так подрал, что она уже одной ногой в могиле. Хорошо подрал ей Лину. Чем могу услужить? Чья работа? Водочкой. А вы чего изволите? Так, мы ищем одну женщину. Я ищу одну женщину. Темные волосы, фиалковые глаза. Одевается только в черное и белое. Ехала из Вербиц. И... знаю, что это звучит глупо, но... А что с волосами? Пахнет сиренью и крыжовником. А, я даже, кстати, знаю, из-за чего такая хрень. Так, секунду. Такой. Я бы запомнила, уж поверьте. Да. Ее не забыл. Покажите Геральда, мне посмотреть, нормально стало, ненормально? Да, нормально может, стало. Может, кто другой вам подскажет. Много тут приезжих со всех сторон. Поспрашивайте. Ну, спасибо за все. Спасибо. За все. Не люблю общаться с женщинами. Учитывая, что у меня жопа горит, и я хочу накромсать лицо вот тем пинчугом. Да может, давайте до них доебемся в первую очередь. Я хз. Судари-ведьмаки. А может, вы бы грифона убили? А то прям беда с ним. Сперва-то он только скотину с полей таскал. Почему она со мной общается? Не хочу с ней общаться. А последнее время людское мясо распробовал. Из хаты выйти боязно. Если нам кто-нибудь заплатит, я не откажусь. Ну, я не буду. Я не буду бесплатно делать.
Пусть умирают. Ну а хер ли я должен спасать их за бесплатно? Помочь тебе с перевязкой? Успокойся. Я еще не совсем. Пусть платят бабки. Долары. Крона. Спрашиваю про йен. Угу. Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать. Так, кого поспрашивать? Черные уже поля меряют. Да кто? Лишь бы хлеб не жгли. Ой, Драмил, Драмил. Дурной ты, как петух без головы. По что они эти межи проводят, а? Так, ребята, давайте пообщаюсь с вами. Я кое-кого ищу. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. Я просто хочу говорить... А, я, давайте я его, этот, заговорю. Говори живо. Была тут женщина, одетая. Но я буду злым ведьмаком. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что Родобора в канаву спихнула. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Я буду злой ведьмак, жадный, люди, но сигма. Ведьмак у Мики разум отнял. А у тебя язык отниму, если не заткнешься. Сопляк. Пойду ломать других. Так, что здесь? В игре 4 фракции. Чего? Пустая трата времени. Скорее земля станет вращаться вокруг солнца, чем ты поймешь правила. Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Оксенфуртской академии. Читаю курс современной истории. Умник, Геральт типа. Из Ривии. Ведьмак. Незаслуженный. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одета в черное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охласа, я знаю, что Вестница Войны лишь сказка. Так, Вестница Войны, кто это? Вестница Войны? О чем это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина, такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдет ей дорогу, ждет несчастье. Загадочно. Спасибо за ретро, Ратос. За последнее я лично обучаюсь. А ты знаешь, где ее в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Все, в жопу. Мне надо идти, прощай. Позади мне нечего спрашивать его. Погоди, ведьмак. А? Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в гвинт играть умеешь? Что такое гвинт? Нет. И у меня нет как времени гвин, учиться. Типа? Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Ну давай, сыграем. Вообще, почему нет? Отлично. Сейчас объясню тебе правила. Так. А может мне он правила объяснит хотя бы, какие карты собирать? Ладно, нормально. Вы делаете первый ход. Так. Снижает силу всех рукопашных отрядов на одного и обоих игроков. Мгла снижает силу. Ну это как в Хёрдстоуне получается. Ну если это как ХС, то наверное... Я не знаю, какую-то хрень сделал. Так, ладно. Давай, на. Сейчас разберусь. И что он сделал? Что это за карта? А я могу их достать тоже, да? Давайте сразу достанем лучника. Вот так вот. Ни хрена у него тут. Ебать, он лучников ебашит. На. Что ты мне с этим сделаешь? Понимаю, как все это работает. А, прикольно придумал. Uh,
А, не, нельзя, да, здесь? Так я это сделал. Алло. Здорово. А теперь, дружище. А, да. А, друг, держи баллисту. Так. Держи вот так. У меня есть погода. Откуда у него еще карты вылезают? Так. Снижает силу всех дальнобойных отрядов на один. Снижает всех рукопашку. Ой, А, подожди! Так это же имба! На нахуй! Там раунды? И чё, и как мне... Что мне теперь делать? Пробел, сжать, спасовать? Или что мне делать? Конец раунда. Угу. А почему мне карты не дают? Я выиграл! А как? А почему я выиграл? Круто. Ни хрена не понял, но очень интересно. Но я выиграл. Все? Так мне тоже нечем ходить. Всё? Так, ты, оказывается, дока в этой игре. Если доведется побывать в Оксенфурте, и ты захочешь сыграть с настоящим мастером, спроси Штепана. Он вроде простой кабачик, а в гвинт обыграет любого. Я все понял. Спасибо. На самом деле я ничего не понял. Но я победил. Дуракам везет, как говорится. Халява. Так. Кто это? А теперь с этим-то надо пообщаться. Здорово, бра. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это нет, мне не нужна женщина, мне нужна женщина. Одевается в черное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Так, ну я выпью с ним. Конечно, я буду ладно, бухать. Выпью. Че, отказываться, что ли, от алкогольного напитка? Давай лучше к делу. Ты это не мой подход. Йеннифер из Венгерберга. Я выпью с ним, классный чел. Я не говорил, как ее зовут. Но хорошо ее описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезет, так Лютик. Же, как мне. И он не нарвется на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Мы такие популярные? Ты видел Йеннифер? Прости, но... Я просто обязан спросить. Речь идет о любви? Секс. Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгаардского гарнизона ее видел. Где?
в их лагере. Она ворвалась туда среди ночи, черная и белая, крыжовник и... Да, я знаю. Наорала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. Слушай, а мы пить-то с ним будем, мы, нет? Люди с Большака должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я окажусь в беде, а ты будешь поблизости. И мы уже выпили. Как так получилось? Получается, что, ну... Он мне просто все рассказал, я даже не побухал с ним. Грустно. Тихо-тихо. Это я могу забрать? Это просто мой инвентарь? Ладно, неважно. Думал, я граблю. Что за челы? А, те самые алкаши. Ну что, так... выпил? Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. У меня есть для вас одна плохая новость. А чё, я мог магию успокоить? Я вам ничего не сделал. Успокойся. Как в Звездных войнах. Правда, ничего не сделал. Уже с чарами лезет, сукин сын. Хватай его! Давай! А твоей жопой я сам займусь. Давайте, ребята, у вас все получится. На, блять, вы настолько слабые, лячилы, вы же реально долбоебы. Смотри, на, блять, ладно, ударь меня, на. Какие же вы крипы, какие же вы крипчики, это просто шок. Так, это не минимальная сложность, алло. Это не минимальная. Это нормальная. Я виноват, что я сверхохуенно играю в эту игру. А чё, больше ударить некого? Это место силы. Сюда изливается мания. Так. Здорово, призрак. Эй! Нахуй пошел. Зе! Так, а куда он делся? Я нажал Z, потому что надо его отметить, поняли, чтобы бить? На Z надо отмечать. Говорят, женщины севера моются... Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я конечно, от них конечно. Избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Как они... Блять, они так удивленно говорят. Динлеви, сейчас в башне, за воротами направо. Так, значит, вы можете и по-хорошему. Не такие уж вы черные и страшные. Когда ой. Хотите, умеете быть вежливыми. Так они не... Ну не ладно, поняли. Не привыкай, Нордлинг. В башню. В басню. В басню. Нам придется ли... Басню. Так сколько деревня даст зерна? Сколько скажете, ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе, ваше превосходительство. Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? 40 корцов. Было и больше, только наши, то есть темерцы, раньше уже забрали и... Дадите 30, уже хорошо. Я добрый чел. По рукам? Скоро жду транспорт. Благодарю, покорнейше благодарю. Прям реально добрый чел. Хороший. Я вызывал только кузнеца Вилли. Краснолюда. Ты для него высоковат. У него ты тоже что-нибудь конфискуешь?
если это будет необходимо. Идет война, если ты не заметил. Кто ты такой? Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннефер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Все еще не выставил меня за дверь, не позвал караул. Значит, у тебя есть предложение. Диалоги просто имбище в этой игре все-таки. Тут в окрестностях завелся грифон. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Сейчас отпищу грифона и все, да? Но прежде чем я начну, пара вопросов. Ты знаешь, где у грифона логово? Сперва он держался возле лисьего бора. Я послал туда патруль 5 молодых ребят. 2 спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если бы не бляхи. С тех пор грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? А мне нужно больше сведения о грифоне, я должен найти 1 траву. Наверное, вот это. Для приманки мне нужна 1 травка, крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Крушина? Ты впервые слышу. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да, наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет, сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. О! Загляни к Тамире. Это травница. Напряженный диалог. Живет на распутье, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привести? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни, у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Прощай. Все, пойдемте за травкой. Тамира и Мыслов. Спасибо. Бля, вообще меня на самом деле сейчас спать немножко клонит, потому что я ж по сути не спал ни хрена. Режим сна восстанавливаю. Но мне кажется, можно как будто на этом моменте подзакончить, а потом продолжить.